Мусорок сколько? Я пошел, я пошел туда, а не туда. Ну все, идем на остров. Это, наверное, остров слез или как он называется? Да, плачь, там, что... Афганцам памятник поставили. Что это такое здание? Надо подойти, мне кажется, рисовник. Очень похож. Граница. Советская граница. Ну, стрелочка туда показывает, что туалет. Тут, значит, надо идти. В ту сторону. А что? Нет, там. Ну ладно, пойдем. Да. Здание, что там написано? Это была война афганская, советская. Ага. Война в Афганистане. И это памятник тем людям, которые погибли в войне. Ну, это просто люди такие. А где победа? Вот это? Помню, это страшно. Ага. Да. Аккуратненько, Аня, не бери эти цветы. Это Божья Матерь с младенцем. Что? Анечка, пошли. И цветы лежат. Там стол памяти. Дальше. Что, пошлите подойдем? А что тут плитка так положена, интересно? Это такой стиль. Там. О, давай в нет, здесь нельзя играть, это памятник. Не надо тут бегать. Такая высотка. Все, Нью-Йорк. Мы в Нью-Йорке. Как раз водичка так идет. Манхэттен. Там внутри какие-то комнаты. Ну, там такое, да. Даже розетка есть. Угу. Мальчик стоит. Плачет. Остров слез. Мальчик плачет. Почему? Ангел плачет. Для чего? Ну, что много людей погибло в той войне. Тише. Ну да, это ж мальчик. Да. Он серый ангел. Это ангел, да. А там лестница куда? В воду? Да нет, на самом деле рыбу ловить. Хочу туда сходить, там, наверное, тоже. Пограничная войска. О, еще одна утка. Ну, что ты написал, мам? Ну, какое-то слово. Синдана, синдан. Мам, тут ноги, я не стою. Там не подписаны этими... Именами чем-то или городами? Нет, ну там, где воевали. А, регионы. Ну, города. Ребята, туда не надо, там цветы ложат на этом столе. Я так понимаю. Какое-то растение, смотри. Для чего? Что это за гору? Ну, это такой, просто, может, свело. Наверное, пробежка целая.
Ну что, пойдемте дальше, ладно. На ту сторону, где мы были, пойдемте. Да нам столько идти через мостик. Туалет надо найти. Мам, я хочу тут побегать. Ну побегай пока. Ну, о, вот это, да, красивое растение, как прям такое, как снег выпал какой-то синий. Очень интересно. Первый раз такое вижу я, кстати. С такими попрыжками. Классно. Ну, вот такие я видела 100 раз. А с попурышками нет. Сим. Одни банки, да? Анечка, осторожно, слезай. И ты, Леша, слезай. То Аня за тобой ходит. Ну, туда идите и слазите вниз. Вон мальчик тоже один. Ой, Дима, слышь? В KFC ж есть. А там? Не хочешь? Анечка, не спеши, осторожно, хорошо? В туалет пошел. Быстрее хочет сходить. Такая плиточка интересная. Ты не хочешь, я еще буду. Да, тут велодорожка, правильно. Сейчас мы пойдем в KFC. О, горочка тут такая классная. Велик. Что, вы наверх пойдете? Да, хочу посмотреть. Ну иди, нету велосипеда. Куда пойдем? Да. Сейчас сходим. Что такое? А, органик бар, короче, тут без молока. А, макароны, наверное. О, пошли на лестнице покатаемся. Леша, у тебя шнурки завязаны? Смотри мне. О, барчик такой классный. Едем прокатимся. Аню, держи, пожалуйста. Ну что, поехали. Оп. А на каком этаже этот KFC? Не знаю. Аня, стой лучше. О, вот этот ошибный. О, лифт там есть, да? Ну, придется на лифте ехать. Как тут страшно. О, давайте сверху посмотрим. Все. Я бы хотел на лифт. Осторожно. Сидят. О, а это внизу что? А химия едкая? Она не едкая, но в руки не дома плот подтянет. А. Аня, не трогайте стекло. А может быть сказали, потому что чтобы потом не мыть залапанное. Мам, может давай на лифт сходим? Да, пошлите. Кондитерская Тьерри. Пошлите на лифт. Ого, сколько набилось, как селедка в банке. Что-то они застряли, видно. Капсула застряла. О, поехали. Лучше на лестнице ехать, вон, на эскалаторе. Да? Хотя можно и тут, ну пошли. Тут уже дети, я видела. Шестой. Ну, можно, тут вон есть лестница, эти эскалаторы. Вон, надо их найти. Вон они, вот здесь. Это только вон. Второй, представляешь, сколько здесь? Ну, тогда лучше ехать. До шестого, до самого века. Мам, на лестнице катимся? Да, поехали, если он приедет сюда. Где-то эскалатор? Мак, ты что, мак продаешь, что? Блин, а ты его не вымазал, он какой-то. Да, вот, все, это шестой этаж?
под магазин iStore. Ну, айпады, там, телефоны, айфоны. Мы дальше едем? Я никогда не был, хотел бы зайти. Сейчас пятый, сейчас наш будет. Тут продают iStore вообще. Что это такое красное? Миша, откуда это горка? Мам, все, это наша таша. Барбарисик. Ну что, вкусная булка, Лёш? Аня, ну положи на тарелку себе, не надо нам булка. Тут даже было две конфеты, я их не нужна ему булка, Аня, успокойся. Берем с курицей. Идем, пока пропикает это. Все, любовь. Что, ты не будешь кататься, что ли? Поставишь потом, да? Не, а что мы его будем мразить? А, ну там в коробочке пишется.